Я счастлив, что вы пришли к нам. Мы вас любим. Почему мне сказали, что вы переживаете, что вы нервничаете, что вы что-то вас, что вот вас уговаривали, что вы не очень хотели? Я не хотела, потому что я боюсь, что я не буду вас веселить. Понимаете, вот она это. Не нужно, а я вообще это комедийная артистка. Вы можете на это рассчитывать. Я, если честно, не отношусь к вам как к комедийной актрисе. А как какой? А позвольте, я вам расскажу. Это не значит, что я не смеялся ни разу, когда видел вас в кино. Значит, дело в том, что у меня есть любимый фильм. Этот фильм, я проводил опрос, его немногие знают. Он снят в 1985 году. Так, началось. Подождите. В 1985 году снят фильм, который для меня значит очень многое. Этот фильм называется «Переступить черту». О, Господи. Да! О, Господи. Да! Я прошу вас. Значит, уважаемые зрители, может быть, вы этот фильм не видели, потому что, конечно, вы смотрели «Боять ли привлекательно». Никто из присутствующих здесь этот фильм не видел. Видите, я гарантирую. Они должны этот фильм увидеть. Я клянусь, они должны его увидеть. Потому что Татьяна Васильева играет выдающуюся роль роковой женщины-гипнотизера. Да. Которая при помощи собственных чар и умения, которым она овладела у фокусника Данилина, это очень важно, фокусник Данилин — это реальный персонаж, из людей гипнозом вынимает этот персонаж деньги. Вы когда готовились к роли человека, который гипнотизирует? Нет. Я сама для этих гипнотизеров, я просто находка. Я пыталась там что-то, карандаш двигать, что-то такое, я напрягалась очень сильно, но это, естественно, ничего не привело. А вот когда я училась в школе-студии МХАТ на первом курсе, то был такой знаменитый гипнотизер Райков, я на всю жизнь его запомню. Райков. И он стал за нами ходить, за студентами. Нет. За артистами, за будущими артистами. Мы ему были интересны, как вот на нас его гипноз подействует. Вот. И, в общем, мы пришли к нему в его помещение, которое он там нам предложил, все пришли, весь курс пришел. То есть был эксперимент? Эксперимент, да. Вот что с нами будет? Ну, и он стал считать до трех, я на второй упала на плечи. Правда, упала, ударилась затылком, головой, и все. И тут же я была уже абсолютно подвластна ему. И дальше я рисовала, играла на скрипке, я все сделала. А главное, что я нарисовала картину, и там подписалась «И. Репин». Нарисовала медведя. Такие специальные груши. Когда вы бьете по груши, вы кого представляете? Разных, да. Их на каждое занятие появляется новый какой-то типаж, который может, в общем, схлопотать. А скажите, а вы знаете, ну, как бы условно говоря... Вот позиция. Вот позиция. Да, то есть вот. Вы, получается, вы, если у вас правая, левая рука, здесь вы... Это все равно. Именно... На каждое занятие появляется новый какой-то типаж, который может, в общем, схлопотать. А скажите, а вы знаете, ну, как бы условно говоря... Вот позиция. Вот позиция. Да, то есть вот. Вы, получается, вы, если у вас правая, левая рука здесь, вы... Это все равно. Или это, и ты защищаешь обязательно лицо, потому что ты можешь его получить в любой момент. Найдется человек-смельчак, который Васильевый. Ну, нет, меня еще никто не ударил, но, по крайней мере, уже вот эта вот стойка, она уже автоматически вот так, чтобы тут вот все было закрыто, а этим раз наносишь. А, так, давайте так, подождите, проверим. Стоп, что вам, какие удары вам лучше всего получаются, у вас лучше всего получается, да? Это вы показали сейчас. Ой, у меня получается лучше всего. Значит, хук, что еще, апперкот? Апперкот это вот, да? Это снизу вверх. Это снизу вверх. Вот. Хук, это вот. Это очень резко должно быть. Очень резко. Ударьте меня. Подождите, ну это же... Так. Это очень женственно, на самом деле. Очень женственно и красиво. Особенно еще, когда ногами бьешь. Скажите, но вы знаете, да, что в боксе, если бьешь ногами, то это уже не совсем бокс? Это боксинг. Боксинг. Да. Это боксинг, когда... Конечно, я бы с удовольствием... Ну, сегодня уже, ладно, не буду, но вообще это гениально, когда ногами... Татьяна Васильева сегодня у нас в гостях. Татьяна, я не могу вас не спросить, приучаете ли вы к боксу, в котором вы преуспели, и моя скула это подтверждает, внуков? Нет, еще пока нет, они еще маловаты, но Ваня старший уже ходит на японское занятие, на карате, на карате. И на прочее. Да. Он уже ходит, он делает, да, уж. Можно я покажу вам?